Здравствуйте, меня зовут Герасименко Мерием. Мне 22 года, я из города Минска, Республика Беларусь. Я пошла в музыку только потому, что это захотела моя мама. Это было в 5 лет, когда мама с папой услышали, как я пою, они решили мне дать музыкальную школу. У меня папа араб, а мама белорусская, поэтому, может быть, я такой симпатичный. Всю жизнь я мечтала быть адвокатом. Но когда я поступила сначала в юридический колледж, к нам пришел главный прокурор и сказал, что девушка с такой внешностью, я советую вам не идти в органы. У тебя парень есть? Вот он. Сколько тебе лет, а? 27. Я старше тебя в 6 раз, а? Я мудрее в 6 раз, богаче в 6 раз. Подумай, а? Нет, думать даже не буду. Хороший ответ, молодец. Банк «Югра» желает удачи всем героям проекта «Голос». А те участники, которые, к сожалению, не прошли в следующий этап программы, получают от банка подарок 15 тысяч рублей. Банк «Югра» заботится о вас. Как зовут вас? Меня зовут Мерием. Спасибо, конечно. Мерием, сколько вам лет? Мне 22 года. Почему такой выбор музыки? Я понимаю, почему. Тональность, которую вы исполняли эту песню. Это родная, по-моему, да? Да, ваша. Это родная тональность. Вам она низковата. Да. Потом то, что вы пытались в втором припеве уже петь ноты, которые... В этом произведении голос не существует, но для того, чтобы показать наверху голос. Они не были уже не очень удачны. То есть тот эффект, который у Григория в этой песне, в удобный для себя тональность, где он показывает, где он как раз... Григорий давно ее живьем спеть не может, поэтому давайте. Вот. Настолько удобно, значит, он даже спеть уже ее не может. Я половину своих песен не могу спеть. Вот, но... Неправда. История умалчит, да. Но... Неправда. Я буду продолжать говорить, а Григорий иногда будет слегка кокетничать, ладно? Хорошо. О, не слушайте, да. Он шутит. Это просто наверх, чуть-чуть, вот полтора тона, два максимум.
И все. И все эмоции, все вот это то, что вы хотели этой песни. И все было бы на месте. А жаль. Очень симпатичное создание перед нами стоит. Спасибо. С сильным голосом. Спасибо. В общем-то и целом, что сказать. Спасибо, что пришли, присутствуете. Спасибо, что выбрали такое интересное произведение, да. Я уж не знаю, благодарен с одной стороны, с другой стороны несколько удивлен. Если честно, нам обидно. Потому что, увидев вас, такую красавицу, конечно, мы должны были почувствовать вашу красоту. Но мы, к сожалению, сидим спиной и абсолютно... Как вам, кстати, я наша не буду спина? Повторять. Шикарная. Ее-то не видно, да? Да. Спасибо. Мы благодарим вас. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я хотела сказать, что мы прошли очень много кастингов, и я рада, что я попала в число тех людей, которые увидели вас глаза в глаза. Я хочу сказать, что я горжусь и вообще, что у нас есть такие люди. И безумно уважаю ваше творчество. Я не буду вас мучить обнимашками. Григорий Викторович, можно я с вами? Это моя мечта с детства. Чего со мной? А что нужно-то? Большое спасибо. Большое молодец. Красавица. Спасибо. Прозевали человека. Да, промухали. Да. Лохи. Да, красота. А я вам говорил, будет песня хорошая. Лепс вообще перепевать гнилое дело, ты что? Его даже я перепеть не могу. Его даже Лепс перепеть не может. Знаете, иногда я не понимаю этих вот пожилых людей, сидящих в кресле.